А, понятно, ты оттуда приехал, одушевленный. А документы, сведения на ответ, то есть на одном месте? Какой? Да, на одном месте, да, даже как у Сурина точно. Скажи... А это? Это брокерский отчет, или то, что на первое число. Я здесь тоже от руки пишу, да? Да. То есть везде от руки? Да, да. Тоже везде девятое там стоит. Вот сейчас давайте привезем. Копии у нас. Ну, копии там должны быть, да. Да, копии должны быть. Да. Праймерис, я считаю, это, если по-русски, это вступительный экзамен. Это то мероприятие, которое позволит, во-первых, мне, как действующему депутату, отчитаться о проделанной работе за последние 5 лет, и, как кандидату уже, это мне позволит пройти вступительный экзамен. Вот это, я считаю, это праймерис. Это для того сделано, чтобы был полностью раскрыт потенциал именно депутатского корпуса, чтобы это было заранее понятно, с какой программой, с какими намерениями, с какими целями мы идем на выборы в законодательное собрание Тверской области. По округу, конечно, это главное, это благоустройство, это теплоснабжение, это проблемы с медициной, которые у нас есть. Вот эти вопросы, которые необходимо будет решать, они решаются, но их надо продолжать решать. Но это будет уже именно оценка, как я уже сказал в начале, что это оценка и проделанной работы за последние 5 лет, и то, что я планирую сделать на округе.